25 июня 1985 года в исправительной колонии особого режима «Белый лебедь» умер 59-летний заключенный Владимир Бабушкин. Для обычного человека это рядовое событие, мало ли кто умирает на зоне. Но для людей как из криминального мира, так и правоохранительных органов, вместе с этим непростым зэком в прошлое ушла целая эпоха. В воровской среде покойного знали как Васю Бриллианта, и был он самым авторитетным вором в законе в истории СССР. При скромной и даже интеллигентной внешности Бриллиант имел суровый нрав и колоссальное влияние на уголовников. На любой зоне он сразу становился негласным хозяином. И даже сейчас, спустя много лет после его смерти, он до сих пор остается легендой и столпом воровских понятий. У этого человека было 12 судимостей, из своих 57 лет жизни 35 он провел за решеткой. Чтобы понять, насколько проблемным заключенным был Бабушкин, достаточно сказать, что из 8 лет пребывания во Владимирском централе, самой строгой тюрьме СССР, полтора года Бриллиант провел в карцере за различные нарушения и конфликты с сотрудниками учреждения. Таких принципиальных воров в истории исправительных учреждений страны еще не было. Бриллианта знал и уважал весь криминальный мир. Причем авторитет его окреп не благодаря лихим преступлениям, а исключительно по причине безупречного следования неписанным воровским законам. О нем знали и с ним пытались бороться все генсеки от Хрущева до Андропова. И только последнему удалось с ним покончить, но сломать так и не вышло. Хочу сразу отметить, что в данном видео речь пойдет не столько о воровской жизни и преступных укладах, сколько о человеке, который посвятил всю свою жизнь следованию определенных принципов, ни разу и даже под страхом смерти не отступившего от них. Много ли вы знаете сегодня личностей, готовых за идею положить жизнь свою? Я, к сожалению, таких не знаю. Зато постоянно вижу людишек при власти, которые не имеют ни малейшей совести, не говоря уже о принципах, и которые без перерыва на обед и отпуск гребут и воруют все, что только можно украсть в стране. Вор в законе Вася Бриллиант мог в любой момент перестать совершать карманные кражи и доживать свой век в комфортных условиях и с огромным состоянием, благодаря только одному своему авторитету, как это делают сейчас многие из нынешних законников. Но Бриллиант так жить не захотел. Итак, настоящее имя этого человека – Владимир Петрович Бабушкин. Родился 18 мая 1928 года в Астрахани. Имел 8 братьев и сестер, которые были младше него. Пережил голод в Поволжье. Когда ему исполнилось 13 лет, началась Великая Отечественная война. Отец попал на фронт, а мать умерла, и дети остались сиротами. Их воспитанием занялась бабушка, которая скончалась в 1942-м. Отсутствие средств к существованию и необходимость уберечь младших сестер и братьев от голодной смерти привело Владимира в уличную преступность. В июле 1943 года он впервые попался на карманные кражи и получил год условно. А уже в 1944 году 16-летний Бабушкин отправился в свою первую ходку. На год угодил в трудовую воспитательную колонию. С той поры на воле он бывал редко. Дело в том, что как только за Владимиром Бабушкиным закрывались тюремные ворота, он тут же спешил на новые подвиги. По-серьезному, Бабушкин попал в октябре 1949 года, попавшись в поезде, где он обчистил карманы своих попутчиков. В этот раз Бабушкин загремел по полной. Заслушав богатую биографию подсудимого, линейный суд Рязано-Уральской железной дороги жадничать не стал. И в январе 1950 года назначил Бабушкину наказание по максимально возможной по его статье планке – 10 лет лишения свободы. Так вышло, что на зону Бабушкин попал в разгар сучьей войны, когда прибывшие с войны авторитеты конфликтовали с ворами в законе, не поддержавшими власть во время призыва на фронт. Бабушкин безоговорочно встал на сторону законников, строго чтящих свой уголовный кодекс. При невообразимой жестокости стычек на зонах во время сучьей войны и весомом преимуществе сук нельзя не отметить исключительную везучесть Бабушкина, которому удалось не только выжить, но и остаться несломленным. Убийств Вася не одобрял, но время было таким, если не ты, так тебя. По некоторым данным, на совести Бриллианта как минимум 3 жизни сученных воров, которых он убил фирменным воровским приемом, ударом заточкой в сердце. В этом же 1950 году Бабушкин был коронован в воры в законе в Карагандинском исправительном трудовом лагере. Там же он обзавелся своей знаменитой кличкой «Вася Бриллиант». Как настоящий законник, смерти Вася Бриллиант не боялся совсем.
Сокамерники вспоминают случай, когда в 1971 году в колонии, расположенной в поселке Хорпия Свердловской области, ожидалась негласная карательная операция властей с привлечением спецподразделений. Было решено физически устранить всех особо опасных рецидивистов, и под эту категорию попадали в основном авторитеты и законники. Преступников не кормили несколько дней, а посередине зоны вырыли глубокий котлован, где и предполагалось закопать расстрелянных арестантов. Накануне дня Х все авторитеты, ожидая своей гибели, надели чистое белье. Увидев крайне нервное состояние братвы, Вася заметил: «То, что убьют сегодня, не страшно. Страшно, если в живых останемся». Как ни странно, его слова успокоили зэков, а казнь в итоге отменили. Фортуна в очередной раз была благосклонна к Бабушкину. Мятежный бриллиант зачастую отказывался заезжать в тюремные камеры и зоны, например, если прознавал, что там содержатся суки. Объяснительные писал незамысловатые, используя простой, лишенный пафоса язык. Вот, например, его послание начальнику Воркутинского спецлагпункта номер 3, датированное маем 1959 года. Орфография и пунктуация сохранены. «Я отказываюсь заходить в зону ввиду того, что я вор здесь. В зоне суки, а у меня с ними вражда. Я им попадусь, меня зарежут, а если я к ним пойду, я их зарежу. Вот и все». Примечательно, что заключенные, которым довелось сидеть с бриллиантом в одной камере, характеризуют его как спокойного и тихого человека, который, например, никогда не позволял себе выражаться при сокамерниках матом. Да и внешне он никак не производил впечатления матерого преступника. Щуплая фигура, очки в роговой оправе с толстенными бифокальными линзами. У Васи были большие проблемы со зрением. Когда бриллиант попадал в новую для него компанию сокамерников, никто из них и не догадывался, кем на самом деле является этот скромный сиделец. Многие полагали, что перед ними мошенник или экономический преступник. Сокамерники Бабушкина рассказывали, что тот не имел предрассудков в быту, мог спокойно взять веник и запросто подмести пол в камере. А на вопросы некоторых гордых сидельцев, мол, они западло ли ему такое, Вася спокойно отвечал, что летать он еще не обучен, а раз уж ходит по полу, то и убирать за собой необходимо. Но при всей своей внешней безобидности авторитет на зоне Бабушкин имел непререкаемый. Спорные вопросы сидельцев решал быстро и безапелляционно. Например, был случай, когда во время его пребывания в казанской пересыльной тюрьме у двух заключенных вышел конфликт. Зэки играли друг с другом в карты, и после окончания партии каждый из них стал утверждать, что, мол, именно он выиграл и требовал от оппонента 10 тысяч долларов. Слово за слово, и возникла крупная ссора, к которой стали подключаться остальные сокамерники. Лихие арестанты уже достали было заточки и приготовились к бою, как со своего места поднялся Вася Бриллиант. Встав между оппонентами, он заявил: «Оба спорщика теперь должны принести в общак по 5000 долларов, и карты в руки им брать отныне запрещалось». На том и порешили. Возразить авторитету никто не посмел. Смерть Бриллианта, как и вся его жизнь, полна тайн и загадок. В 1985 году Василия Бабушкина этапировали в самую страшную тюрьму Советского Союза, в «Белый лебедь». Некоторые ветераны МВД утверждают, что покончить с Бабушкиным мечтал еще лично Юрий Андропов. Мол, ждали только удобного момента. И момент этот настал через год с небольшим после смерти самого Андропова. В 1985 году во время отбывания наказания в ИТК «Лопатки» Свердловской области там вспыхнул бунт. Администрация колонии обратилась к авторитетному вору с просьбой остановить происходящее. Бриллиант, как всегда, отказался. В отместку руководство зоны отправило его в тюрьму «Белый лебедь». В то время это заведение неформально считалось тюрьмой для ломки идейных воров в законе. Практически всех законников, которых туда этапировали, удавалось ломать, за редким исключением. В этом учреждении законникам создавались невыносимые условия. Их избивали до полусмерти, над ними жестоко издевались, и все это происходило ради одной цели. В итоге жертва должна была отказаться от своих принципов и либо подписать бумагу с отказом от воровского статуса, либо, в идеале, сфотографироваться с табличкой, на которой было написано «Я больше не вор». Что примечательно, сами тюремщики руки не марали. Вся черная работа возлагалась на заключенных, либо ранее сломленных администрацией, либо тех, кто изначально люто ненавидел воров за их возвышенный статус в преступной среде. Спасти свою жизнь путем подчинения ненавистным властям Вася Бриллиант не планировал и поэтому готовился к верной гибели. Так и вышло. Буквально сразу после прибытия Бриллианта в «Белый лебедь» в конце июня 1985 года по местам заключения разнеслась весть: Владимира Бабушкина больше нет в живых. По официальной версии, причиной смерти самого известного законника значится несчастный случай. В уголовной же среде существуют другие версии его смерти.
Кто-то утверждает, что он был убит стальным угольником. Кто-то придерживается версии, что его задушили. По одной из других версий, его забил насмерть сотрудник колонии Сергей Морда. Похоронили авторитета на городском кладбище в Соликамске на 89-м участке. Сначала его могила не отличалась ничем от остальных, стоял обычный колышек с надписью тюремного номера. Но позднее другие воры в законе привезли и установили на ней гранитный мемориал весом 8 тонн. Стоит ли говорить, что могила Бабушкина с самого момента ее появления служит местом паломничества для каждого уважающего себя вора в законе?